Магаданский русский оркестр. Я очень счастлив, что в Магадане такая красота. Вот все, о чем мы нам сейчас говорили в заставках, это все присуще вам. Красота, глаза, стан. И при этом вы еще замечательные специалисты. Вы работаете на интересы города, в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, науки. Все это вы. А самое главное, что вы несете в дом тепло и уют.